Перспективы развития Оршанского района в целом и, в частности, состояние дел на конкретных предприятиях региона глава государства обсудил сегодня с Виктором Шейманом, управляющим делами президента. Так, к примеру, коснулись работы фабрики художественных изделий. Там предлагается создать еще одно производство по пошиву обуви. Александр Лукашенко обратил внимание, что главное в этом вопросе – сохранить нынешнюю специализацию предприятия, а уже потом думать о дополнительных производствах. Пилотному Оршанскому проекту пристальное внимание на самом высоком уровне, ведь по его принципу выстроена работа еще в 11 крупных городах Беларуси. И сегодня во время рабочей встречи озвучено важное кадровое решение. Глава государства принял рапорт Виктора Шеймана с просьбой отправить его в отставку с должности управляющего делами президента. Ты много раз писал рапорт о уходе в отставку там, и так далее. Я не соглашался с этим. Но я понимаю, что когда-то время приходит, тебе хватило в жизни, начиная с молодости Афганистана, лейтенанта, отвоевал свое, вырос до генерала, самая высокая должность. Твоя в Беларуси, наверное, у нас больше генерал-полковников нет. Один, последний из магикан. Я понимаю, что и семья, и дети, и много-много еще вопросов. Да и мама уже не молода, знаю твою ситуацию, поэтому я согласен с твоей новой страницей в жизни, скажу так. Но очень бы просил не уходить далеко и вообще не отходить от государства. И подставить плечо там, где это нужно будет. Как и всегда это делаю. Со временем, но этим летом, я предложу тебе несколько вариантов работы. Но пока очень бы просил взять на себя, как всегда было, Куба, Венесуэла и те хвосты, скажем так, в Африке, пока ты не передал правительству и так далее. Потому что у меня была практика там, где требовали надежных, как они говорили, близких людей. Мне пришлось тебя посылать или своего старшего сына Виктора. Вот он больше занимался ближневосточным регионом, а ты открывал там окно в эту Африку. Прошу это пока оставить за собой. Ну и еще раз говорю, далеко не уходить. Видишь, какая ситуация вокруг Беларуси. Не дай бог нам с тобой еще взять автомат в руки и защищать страну. Не хотелось бы. У тебя опыт большой, у меня поменьше, но тем не менее ситуация непростая. Поэтому я честно благодарен тебе за все, что сделано. Мы найдем время встретиться для того, чтобы я еще раз поблагодарил тебя. Может быть, у матери, как я когда-то говорил, твоей мамы. Поедем к ней, съездим в гости и там поговорим о будущем. Александр Лукашенко принял отставку Виктора Шеймана. Он покинет должность управляющего делами президента с момента подписания соответствующего указа главой государства.